больной ублюдок. Он еще умудрился из виду нас потерять. Как он умудрился нас потерять из виду? Мне это больше всего, конечно, понравилось. Каким образом? Давай еще немножко. Мы на психе пройдем. Дополнение, скорее всего, я пройду на кошмарной, потому что там ачивку нужно за кошмарную сложность получить. На психе там трудновато будет. Там же... Во-первых, этот придурок Эдди. А во-вторых, у нас больная нога. У нас там травмированная нога будет, и мы не сможем нормально бегать. И там он реально может одного удара убить, и все. И тут только потому, что у нас нога. Мы не можем бежать. И это... В этом дополнении, в принципе, вот потому и сделали кошмарную сложность. Ну, чтобы хоть какое-то сохранение, хоть где-то было сохранение. Потому что иначе... Так, в принципе, тоже видно. Какая уж разница, как использовать. Здравствуйте, музыкант. Кстати говоря, чел, вот он где. То есть мы здесь уже изначально не одни. Тут уже чел. Батарейки нету, да? Ну да. Тут, кстати, главное проходить нормально, потому что тут сейчас, если мы будем использовать этот баг с дверью, то чувак может нас убить. Я не хочу рисковать, поэтому пройду нормально. О, тут батарейка? Да. Ну давай. И кто это? Тут очень интересно, кто это за чувак вообще? Кстати, если мы начнем догонять этого чувака лысого, который тут стоял, он будет нас бить. Поэтому я не собираюсь этого делать. Мы с ним в хороших отношениях. Нейтральных, по крайней мере. Я его не трогаю, он меня тоже не трогает. Как только я начну действовать ему на нервы, я думаю, он... Ну, в общем, вы знаете, что он сделает. Так, ключ. Да, то, что надо. Теперь осталось этого придурка подождать и свалить при первой же возможности. Кстати, он на нас внимания не обращает. Даже если он нас увидит, он все равно на нас внимания не обращает. Я это уже проверял. Но лучше держаться от него подальше. Мало ли, вдруг еще убьет. Он же с одного удара убивает. Осталось пройти, наверное, 2/3 этой уже. А может быть и 1/2 административного блока-то. Ну, в смысле, вернуться в административный блок. Ой, черт, тут же Крисуля скоро будет. Опять придется мотать от него. Он же с одного удара, сволочь, убивает. Потом еще Билли с одного удара убивает. Просто великолепно. Без единого сохранения. Надеюсь, я в критический момент не затуплю. А если и затуплю, то, в принципе, я использую свой фирменный конек. Бессмертие. Ну, мне можно. Там нужно будет. Если уж вообще ни в какую. Если не будет выхода, или если они меня зажмут, придется использовать. Но это придется. Я же не использую сейчас. Я пытаюсь от них улизнуть любым способом. Здравствуйте, люди. Спасибо. Кстати, к ним можно пробраться. С помощью телепортации к ним можно пробраться. А, братки, братки. Закрыли дверь. Но ты не закрыл. Ты закрыл? Что? Обычно я помню, когда на пиратке вроде как я пытался, они вроде открываются, если ты их закроешь. Ну ладно. Не стали делать их прозрачными, типа... Последуем сюжетке. Постоим, подождем. Помолимся, что ли, вместе. Хотя мы же типа атеисты. Хотя нет. В принципе, нет. Потому что... Он же потом сказал, господи, я же... Точнее, не потом. Он-то сказал... нечто во тьме. Да, спаси меня, господи. То есть он не атеист. Он как-то... Черный юмор, в общем, у Майлза. Сами спрашивайте. Давай.
Как раз сниму, как ты сдохнешь. А им там не жарко, нет? Этому чуваку вообще плевать, что ли? Главное, что он еще живой. Сильный? Давай уже. Мне нужно заметку сделать. Эй. Че он заметку не делает? Господи, заметки просто нет. Может, надо ближе подойти? Короче, нет заметки, не будем ее делать. Откройте. Крисуля, я жду. Я, конечно, быстро записал заметку. Я смотрю вентиляционную шахту, я написал заметку про Мартина. Просто логика всех логик. Давай, давай, давай. За мной. Давай. Правильно. Обманули его именно таким способом. Но он прям за нами, и... Тут уж надо... Не тупануть. Да, мы выбрались. Все, Крисуля больше нам не опасен. Но теперь у нас есть главная опасность. Вальридер. Которого тоже нужно уничтожить. И который тоже убивает с одного удара. Это, конечно, забавно. Потому что на психе сейчас с одной попытки на съемку пройдем все. Я просто не верю своим глазам. Интересно, почему он на этом моменте он не делает заметку? Типа, ой, Мартин меня подставил. Ну, по крайней мере, Мартин пытался починить лифт. Почти починил. Или, может, он специально нас сюда завел. Кто знает, но кажется, он хотел нас там. Он хотел, чтобы мы на воле выбрались. Видать, что-то не получилось. Ну, не получилось, так не получилось. Да что такое? Откуда эта музыка? Документик, который нужно взять. Дайте мне эмочку, что я ей пользоваться не умею. Я тут всех расстреляю. Блок А. Morphogenic Engine Chambers. О, так там это. Как раз именно там, в принципе, и делали там морфогенетическое кондиционирование, как там оно называется. Короче, мозги им пудрили. Делали из людей чисто не людей. И гипнотизировали, и все там. Вот теперь вправе музыки заиграть, но почему она играла раньше? Мы что-то реально, мы вот что-то сломали в игре. Причем в стимовской, в самой пропатченной версии мы все что-то сломали, все равно. Не обошлось без жертв. Little Pig, как мне это нравится его, ну, произношение Little Pig, как-то он так говорит прикольно. Естественно, они перевели маленький поросенок, или маленькая свинья, потому что это поросенок. Несложно догадаться. Но, блин, Майлз мне сейчас батарейку тратит. Майлз, ты придурок, и так батарейки нету. Вот нужно было разрядить, чтобы он просто так снимал, без зарядки. Кажется, тут можем заметку сделать, да? Или где-то тут можем заметку сделать, я не помню. То ли в этой комнате, то ли где. Да господи. Ну ладно. Эмочку, дайте мне эмочку. Fire alarm. Давайте, что ли. Вызовем. Систему пожаротушения и прочей фигни. Интересно, а здесь не польется, да? Нет, польется. Или нет, нет. Это же камеры, кажется. Черт. Мы бы его там залили.
Ему бы не помешало помыться, у него грязно вообще. Хотя нет, нужно нам помыться. Господи, ну эта музыка напрягает. Потому что ничего не происходит, она играет. Сквозь чувака ходить. Только я могу. Ну давай уже, договаривай. Ну мне уже надоело это слушать. Да, впрочем, зря мы, глупцы, полагали, что сможем держать это под контролем, творить такие опасные вещи, используя безумцев. Останови его, убей Билли, уничтожь то, что хранит ему жизнь, его анестезию, исправь мою ошибку. Да я исправлю твою ошибку, но ты ж сволочь, меня убьешь. Никто не сможет выбраться отсюда, пока он жив. Ты должен убить его. В принципе, он прав. Никто не сможет выбраться, пока он жив. И он остался жив. Ну, как бы не Билли остался жив, а сам Вальдридер. Потому он нас и расстрелял. Потому что по-другому невозможно было это остановить. А, у нас батарейки дофига. Зачем нам ее менять? Нам сейчас просто улизнуть от этого проклятого Билли. Круто улизнули, да? Ничего не скажешь. Мастера троллинга, блин. Мастера. Он, кажется, сейчас уже за нами пошел. Да, он только начинает идти за нами. Во, баран. Мы уже такой путь проделали. Ну все, нас уже тут ничего не остановит. Билли здесь уже не опасен. Почти не опасен. Отдай документ. Тут у нас Вейлон работал. Но Вейлон в данное время, по идее, отглузки намотает. Или только с ним познакомился. Все, мы, считайте, прошли игру на психе. Круто. Круто, тень. Впервые я прошел эту игру на психе, потому что я раньше пробовал, но умирал. Он блок Д уже. А тут с первой попытки на съемку и прошли. Не знаю, каким образом мы умудрились. Но мы это сделали. Документ. Не знаю, зачем мы его собираем. Может, это интересно и увлекательно. Да, не дергать рычаг, конечно. Рычаг этот долбанный. Движок вообще, валф это движок, как бы, ну ладно. Как он быстро нас догоняет, да, ребят? И винтель мы открутили. И идем откручивать второй, да? Не, мы там просто... Что мы там делаем? Короче, отключаем блок жизнеобеспечения, что-то такое. Что у нас там сказано? Подача тока. Да. Подача тока в лабораторный отсек. Ну, в общем, в камеру. В капсулу. Он уже полумертв, считайте. Но с этой долбанной лестницей... Она меня убьет. Проклятые лестницы. Интересно, мне что-нибудь напишут? Типа, ура, вы прошли на психе. Поздравляем, вы точно псих. Думаю, нифига подобного. Главное, что этот гад сейчас буквально в пару метров от нас. И он не умеет в лифт входить. Ну, как бы не в лифт, а эту шлюзовую камеру проклятую. Лифт. Почему лифт, я не знаю, ребят, не спрашивайте. Шлюзовую камеру. Он просто не умеет зайти туда, понимаете? Зайти просто и зайти, как бы открыть другой проход. Оно ж там открывается. Просто зайти и выйти с другой стороны. Это так сложно, что ли? Тем более оно как бы просто как бы откроет эту дверь и все. Так сложно, что ли? Почему никто из них не может этого делать? Даже самые умные, такие как Крис или
Ну, допустим, даже не Крис, допустим, Траггер. Почему они этого делать не могут? Хотя мы Траггера не проверяли. Там же не было шлюзовой камеры. Ну, я думаю, ну, он бы и не открыл, он бы... Господи, как можно было так упасть на ладони свои, блин, на руки? И нифига. И чувствовать себя чисто клёво. Ну, как бы не клёво, естественно, я понимаю, что ему больно, но я бы уже руки себе сломал, наверное. Ну все, Билли. Прощай, придурок. Точнее, не Билли. А хотя да, мы Билли убили, мы не убили Вальридера. Ну, спасибо. 20... А, вот, может, это та табличка, точнее, заметка, которую мы должны были написать. 23. Ну, я зато эту табличку... Ой, табличку, господи, да проклятый Майнкрафт. Я не читал эту заметку. Как раз я ее только что почитал, по счастливой случайности. Я же проходил этот Outlast, почему... Да, господи. Почему звук не может образумиться? Со звуком проблемы, блин. Из-за проклятой заметки. Так куда ты уже это? Мы еще не упали, ты уже типа упал. Вот и все. Билли мертв. 23 года, пацану. И уже сдох. Ну, это мы его убили, конечно. Билли мертв. Вальридер, что там Вальридер, подождите? Да, исчез вместе с ним, конечно. А ты не думал, что на самом деле ты же прекрасно видел, что он в тебя вселился? Ну ладно, может быть, это и нормально с твоей стороны думать, что Вальридер исчез, ты же нифига не знаешь. Вейлон в таких вещах лучше тебя понимал, по идее. Он же как бы здесь работал, а потом кучу всяких этих научных документов находил. Да и Вейлон умнее тебя, в принципе. Он даже в конце твою тачку умудрился использовать, чтобы смотать. А ты хотел его остановить. Ублюдок ты, Майлз. Я тебя, конечно, не осуждаю, но... Но все равно ты ублюдок. Ты двери нормально закрывать не можешь, постоянно... Так громко ими хлопаешь, что это капец. Ну вот, сейчас концовочка. На психе мы прошли. Поздравляю, ребят, с первой попытки. С первой попыточки, блин. Ублюдки проклятые, за что же вы меня? А, ну да, у меня же вселился Вальридер. Да и тем более я свидетель, которого нужно убрать. Бог на небесах. Папочка здесь. Ну что, мы прошли на психе, ребята. Прошли на психе. И где же поздравления? Типа, ура, вы прошли на психе. Где эти проклятые поздравления? Я прошел без единого сохранения. С одной попытки. На съемку имею в виду, с одной попытки. Ну нет никакой награды, кроме ачивки наверняка. Обалдеть. Я-то думал, хоть что-то напишут, но ладно, так уж и быть. Прошли на психе. Всем спасибо за просмотр, с вами был Дэмси. И прохождение Outlast'а на уровне псих. Мы это сделали с первой попытки. Всем пока.